Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության ողջունի ուղերձը ընդերցելու համար ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար պարոն Ջիան Մինվնին։ Уважаемый президент Саркисян и дорогие друзья, сейчас я читаю письмо от дела ЦК КПК. Цунджинда Цару Джиян Чуси Гэся, Цунджинда Гэвэй Дэйбяо, Чинайда Пэньёмэн, Зиши Фанрун Яминьня Данг, 第六次代表大会召开之际，谨代表中国共产党中央委员会和胡锦涛总书记向大会致以热烈的祝贺，祝愿大会取得圆满成功。我认为，представители партии представляющие армии, Уважаемые делегаты, дорогие друзья! В связи с открытием 6-го съезда ПППА разрешите нам от имени ЦК Коммунистической партии Китая и его генеральный секретарь Ху Цзиньтао выразить присутствующим делегатам горячее поздравление и сердечные пожелания. Желаем съезду полного успеха! Фанрун Яминьня Данг 自成立以来一直致力于维护国家独立和统一, 为促进社会稳定、民族团结和经济发展发挥了重要作用。Со дня своего создания ППА всегда стремится к защите государственной независимости и единства, играет важную роль в стимулировании стабильности общества, единства нации и развития экономики. Сегодня Чунго-Гунлин-Данг和繁荣亚美尼亚党交往不断加深，合作不断扩大，互信不断加深。中国共产党愿意在独立自主、完全平等、相互尊重、 互不干涉、内部事务原则基础上，继续发挥与贵国的友好合作关系，为增进两国人民的友谊和了解、促进两国关系的发展，做出新的贡献。В последние годы между КПК и ППА поддерживаются дружественные связи и контакты. Их взаимодействие постоянно укрепляется. КПК готова на основе принципов независимости и самостоятельности, полного равенства, взаимного уважения и неумешательства во внутренние дела друг друга в дальнейшем укреплять и развивать отношения дружественного сотрудничества с ППА и вносить новый вклад в дело содействия дружбе между Китаем и Арменией и их народами.
祝贵党在助力与亚美尼亚国家繁荣富强、人民幸福安康的事业中不断取得新的成就，祝愿两国人民的友谊万古长青。中国共产党对外联络部， 2012年3月17日。 Желаем новых успехов вашей партии в великом деле создания богатства и процветания Армении, счастья, благополучия ее народу. Желаем вечной дружбы народам Китая и Армении. Международный отдел ЦК КПК 17 марта 2019 года. Спасибо.